еще, да, тянут. Три. Видя отчетка. Где? На полу. Блять, ты чё? В интернете. На место иди! На место иди. Иди на место. Кардиология, косметология, неврология, хирургия, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, сексология, рентгенология. Слышь, нищий, я тебе перезвоню потом. Угу. О. Ладно, давай. Алло, ты меня слышишь? Алло. Алло. Так. Сейчас я тебе скажу, как поставить это управление. Ну, я, как у меня сделаешь, если хочешь. Ну, у тебя управление не стоит еще. Там, короче, буквы G, J, всякие. T, они, не знаю, какие-то они неудобные совсем. Или тебе все равно? А, ты прям знаешь, что и как? Ты уже все сделала, да? Давай, давай, давай сыграем. Мне выйти из голосового? Там в онлайне, короче, можно кинуть приватный этот вызов или что-то там. Сейчас я скину. Это приват-матч.
Там жмешь Enter и зовешь просто друга. Ты через этот, через Steam подтверди. Ну, как дотки, пати. Окей. Круто. Дота. Ты в Доте еще мне пишет? Можешь выйти из Дота? А то мне пати от Дота пришло. А, во. Зашибись. Кидай, пати. А вдвоем? В онлайне вроде нет. Вдвоем можно, если только дома, не знаю, через типа через я через комп, а ты через джойстик, блин. У меня пишет сервер Бастит сейчас не играет ни на каком сервере. Что за ерунда? Ты можешь присоединиться к моей пати? Ну вот, сейчас еще раз кину. А, я понял, ты, наверное, не то делаешь. Смотри, там есть приват-матч, жмешь Enter. Один против одного. И там, короче, появляется... Ну, это типа загрузка. И там жмешь Enter, там написано Friends. И выбираешь друга и отправить. О, все, connected. Ну, сейчас точно должно. О, круто. Катана. Ты можешь выбирать там костюмы еще, знаешь. Возьму самый крутой. О, клево, клево, клево. О, у Китана такой крутой голос. А, прикольно. Ну, я себе поставил, оно такое, наверное, более-менее самое удобное, наверное.
Клево. Ау, ты не дерешься? Вау, это клево. Окей, 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 окей. Как X-Ray делается, это блок и еще там одна смена стойки. Это блок и смена стойки. Ну вот, видишь, смена стойки. Хотя, кому я это говорю? Ты играешь, наверное, лучше меня. Будешь менять управление? Так. Я вообще не умею играть на джойстике, я привык на клаве все. Ты можешь подрубить джойстик, если у тебя есть. Там, типа. Ну там то же самое, что и для приставок. Если джойстик подрубить, так же играешь, там разницы никакой. А ты ведь знаешь там, ну, в управлении, что там за удары вообще вот эти все? А ты комбинацию умеешь делать из приемов там нескольких? Я имею в виду не просто комбо, удар какой-то, а комбо там с кучей всяких ударов. Я имею в виду там провести комбинацию и вынести там сразу, не знаю, 30% урона. Ну то есть не урона, а здоровья. О, круто. Выбор костюма это, не знаю, у меня единица стоит, например. Я все управление менял. Попробуй тоже единицу нажать. Ты умеешь за Скарлет играть? Милина. Интересно будет. Так. Не умеешь? Блин. Я не помню ни одного комбо за Мелина. Раунд 1. Файт!
У этой Скарлетт такие жесткие фаталити вообще. Что такое? Ты пытаешься прием вспомнить какой-то? Или ты хочешь экс-рей сделать. Да ладно, ты меня будешь спокойно обыгрывать. Я видел, как ты играешь. Это за Китану. Мне, кстати, надо тут управление тоже поменять. В Mortal Kombat мне почему-то, ну, 10-м не сделать управление. Ну, как здесь, например. Какая-то ерунда.